Небесный ствол. Небесный ствол – это как раз иероглиф в представлении символическом даты, находящейся вверху. И здесь нужно делать акцент на небесный. То есть слово ствол, хорошо, ствол по отношению к ветви. Где? Вверху, внизу, какая ветвь, смотря где она расположена, правильно? То есть это небесный ствол. Ствол здесь употребляется в том смысле, что что-то проникающее вверх, что-то. То есть если ветви — это что-то идущее в сторону, ствол — это что-то проникающее вверх. То есть если земная ветвь — это некоторое фундамент, чьи что-то находящееся за кулисами, некие предпосылки, что-то проходящее внутри, например, внутри компании, то есть как вы планируете бизнес, как вы создаете новый продукт, то небесный ствол — это когда вы уже становитесь видимы всем остальным, то есть когда вы запускаете этот продукт на рынок, когда у вас есть релиз продукта, когда вы запускаете рекламу. Можно об этом думать таким способом. И земных ветвей 12, небесных стволов 10. Почему их 10? Потому что существует 5 элементов: дерево, огонь, земля, металл и вода. И у каждого из этих элементов существует аспект инь и ян. То есть 5 и 2 мы получаем 10.